учебник по архивоведению написали доктора исторических наук, профессоры Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Давид Иосифович Раскин и Александр Ростиславович Соколов. В содержательном плане важно отметить, что в учебнике рассматриваются не только российские государственные, муниципальные и ведомственные архивы, но также негосударственные архивы и архивы бывших советских республик. Это позволяет студенту составить полное впечатление о коллекциях документов по всем периодам отечественной истории. Особо актуально рассмотрение современных информационных технологий. В частности, изучается базоархивный фонд. Современному историку-профессионалу будут полезны сведения об основных преимуществах, проблемах и перспективах массовой оцифровки документов. О практикоориентированности учебника говорит глава, посвященная основным принципам и алгоритмам архивной евристики. Издание помогает обучающимся освоить практические методики поиска архивных документов. Не менее важный прикладной характер носят рекомендации по профессиональному описанию архивных документов. Вышесказанное позволяет рекомендовать новые издания будущим историкам, студентам других гуманитарных направлений, а также действующим специалистам архивного дела.